Городской стиль или Чебоксары – моей мечты. Жители столицы Чувашии продолжают обсуждать дизайн проекта общественных территорий. Какие выдвигаются в Московском районе и как они могут изменить облик города – смотрите в нашем сюжете. Повлиять на облик города может каждый. Мнение людей – основа федеральной программы формирования комфортной городской среды. Главный архитектор города Вениамин Мамуткин показывает 3D-визуализации дизайн-проектов. На суд жителей представлены 18 общественных пространств. 7 из них находятся на территории Московского района. К примеру, набережная реки Волга. Новые велодорожки, тротуары, зоны отдыха и благоустроенный центральный пляж. Все это появилось там уже на первом этапе. Этапе реконструкции. На подходе второй и третий. В 2018 году предлагается включить в объем благоустройства вот этот пляж Афанасьевский и два спуска. Спуск Веденский. Это в районе, ну как, с Константина Иванова спускаемся. Тот, который спускается на центральный пляж. Он не удовлетворяет современным требованиям по комфорту, благоустройству. Жители ждут всех этих изменений. Главное, чтобы горожанам и туристам было комфортно и приятно проводить время. На заливе сейчас очень облагоустроенная территория. Пока вот пляж, залив, там отдыхающие, когда приезжают с различных регионов, ближайшие и так далее, все довольны. Говорят, мне кажется, все обустроено очень красиво, очень искусно, и поэтому я думаю, вот те места, территории около вокзала, вот то, что тем более 1 миллион рублей осуществляется на этот проект, что, мне кажется, первоначально нужно осуществить те, которые, в общем, потому что к нам приезжает около вокзала много гостей. Преобразиться и стать идеальным местом для прогулок и зимних развлечений может и сквер по улице Максима Горького. Предусматривается ремонт и реорганизация тропиночной сети, перенос лестницы, ремонт памятника с облицовкой постамента, дорожка для скейтборда. А так архитекторы предлагают изменить сквер возле ДК «Салют». Освещение, новые тротуары, проезды, урны, скамейки, детские игровые и спортивные площадки. Это далеко не весь перечень того, что может здесь появиться. Вот это 3D-визуализация этой территории. Всего же на победу претендуют 3 места отдыха. Лучшие выберут сами чебоксарцы. Напомним, для удобства горожан рейтинговое голосование пройдет 18 марта, в день выборов президента страны. И в тех же помещениях, где расположатся избирательные участки. Ориентировочно к благоустройству приступит в начале лета. Рифат Фаткулин, Борис Андреев, Республика.